Привет вас! Поздравляю всех, всех, всех с католическим Рождеством. Тех, кто верует, кто не верует. Кто ходит в церковь, кто не ходит. Кто отмечает католических, кто православных. Какая разница? Главное, гульнуть. Да. Понимаете, какая ситуация? Вы знаете, как я отношусь к религии. Очень просто. Бог отдельно, церковь отдельно. Но, если вы хотите ходить в церковь, то вашу, пожалуйста. Хотите в католическую, пожалуйста. Православную, пожалуйста. В мечеть, да нет проблем. Синагогу. Только за. Это ваш выбор, пожалуйста. Но, главное, что можно гульнуть. Не, вообще-то классно в Украине сделали, что начали еще выходной сделать на католическое Рождество. Теперь можно начать с католического Рождества. Потом Новый год. Православное Рождество. Ну, а то там же можно подумать про работу. Самое интересное, что и бизнес где-то так подгоняет. Чаще всего старается так 25-го все закрыть, а уже после 15-го запускать. Логично. Для экономики это не вредит, это еще лучше. Люди больше денег тратят, когда гуляют. Это я вам сразу говорю, как по практике большой. Так что гуляйте. Да, я знаю, что начинают спорить. Вот, православные, католические. Ребята, вы что, канон знаете? Вы разницу знаете между католиком и православным? Умоляю вас! Вы такие неуки все, которые любят спорить, какой же более правильная религия. Ребята, да нет разницы. Там разница совершенно примитивная. Чаще всего только богословы там спорят. Вам-то нафиг это надо. Главное гульнуть. Вообще, по большому счету, я вам советую принять в следующий год такую традицию. Смотрите, у мусульман выходной пятница. Значит, вы пятницу мусульманин гуляем. Суббота выходной иудеев. Естественно, в субботу иудеи. А в воскресенье вы все христиане выходной. Вот так надо жить. Як то говорится, не беріть дурного в голову, а важкого в руки. И меньше слушайте этих глупых политиков, которые начинают говорить бред о том, что какая церковь лучше, какое вероисповедание лучше. Они ни бельмеса сами не знают. Причем очень часто смотрятся по-идиотски. Креститься не умеет и начинает рассказывать. Католическое, это плохое, православное, это хорошее. Ребята, что вы чушь несете? Церковь – это церковь, а гульки – это гульки. Да, не забудьте детям подарки купить. Вот это самое главное. Ну, а все остальное – это мелочи. С праздником!